Ничего, что я сегодня цитирую Писание. Ну, все-таки мы в церкви, правда? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих говорит. «И Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины». 18 стих говорит. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, точно вещь, то есть вечно существующий, в недре Отчим, Он явил». Кто явил? Иисус Христос явил. И вот здесь я еще раз объясняю вот эту догматику, которая говорит о том, что в определенный момент предвечный Бог, который не имеет ни начала, ни конца, через свое Слово Божие, которое не имеет ни начала, ни конца, через силу Святого Духа, который не имеет ни начала, ни конца, решил, что в определенный момент Слово станет плотью. Вот это Божье Слово, оно уникально, оно универсально. Потому что Бог посредством Слова все веки сотворил, написано. Если вы помните, как начинается вообще Священное Писание, книги Бытие, да, 1 глава, 1 стих, там написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог». Помните, да? «Да будет свет». И стал свет. «И сказал Бог». И Бог посредством Слова Своего, написано, 32-й псалме прочитаете, 9 стих. «Бог повелел, и сделалось». «Бог повелел, и сделалось». «Сказал, и исполнилось». И вот это, знаете, вот это универсальное Слово Божие. Единократно. Почему Иисус Христос назван единородным? Потому что Он единственно рожденный подобным образом. Если Адам был сотворен из праха, и написано, первый Адам, человек какой? Перстный, то есть из персти, из праха, из земли. Последний Адам, кто? Господь с неба. То есть этот младенец, который по пророку Исаии, Бог чудес, да, Отец вечности, Он пришел на эту землю для того, чтобы обеспечить нам доступ в вечность, подарить нам спасение, подарить нам вечное счастье, совершенную радость, которую нас уже никто не сможет отнять, как обещает Иисус Христос. И знаете, как-то один раз я пришел в церковь, ну, это у нас уже с 91-го года мы верующие, ну, это уже, ну, может быть, где-то на третье или четвертое Рождество я прихожу в церковь, и у всех радости, все поздравляют друг друга, говорят: «С Рождеством Христовым», и мы отвечаем: «С Рождеством Христовым». И когда я вернулся домой, мне вдруг пришло осознание, что мы делаем, да? Ну, в принципе, правильно, мы поздравляем друг друга, но это все равно, что прийти на день рождения Иисуса Христа, который есть Божье Слово, которого нет ни начала, ни конца, ну, с которого все началось и которым все закончится, потому что Он есть Слово всемогущего Бога. Мы поздравляем Его, но Иисус мне открыл. Это все равно, что, представь, к тебе приходят на день рождения и говорят: «С днем рождения, Гены». А, и отвечаю: «Да, с днем рождения, Геннадию. Геннадию день рождения сегодня вообще, ну, он такой классный, да, вот у него, ну, дай Бог ему здоровья, мы поздравляем, а я стою, и тебя как будто бы не замечают». И мне вдруг, знаете, вот просто так захотелось повернуться к Богу, да, к Иисусу Христу, сказать: «Иисус, с днем рождения тебя». И вы знаете, вот в этот же момент я сел и написал какие-то определенные слова, и вот родилась вот эта песня, которую хочу сегодня вместе с вами исполнить, потому что там припев очень простой, там мы просто все вместе будем поздравлять Иисуса Христа лично, лично, потому что Он сейчас здесь. Аминь или не аминь? Потому что Иисус обещает: там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я буду посреди вас. И все, что не попросите у Отца Небесного во имя Мое, потому что Он единородный Сын Божий, все да будет вам, если будете просить по воле, по воле Иисуса Христа. Поэтому припев мы поем вместе. Присоединяйтесь, не стесняйтесь. У меня тоже голос немножко надорванный. Я немножко подсадил себе голосовые связки. Но Богу не важно, как бы, качество даже исполнения. Важно наши сердца, искренность. Аминь, да, и смысл, чтобы мы поняли о том, что Иисус здесь, и мы хотим Его сегодня лично поздравить. Святой ангел предстал пастухам и воскликнул великая рада: «В Вифлееме родился вам ваш Спаситель Иисус, всем во благость». С днем, давайте вместе, рождения!
днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. Долго шли на восток мудрецы, Вифлеем дар неся королевский. Из яслей благовестий лучи здесь родился нам царь иудейский. Давайте вместе с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. Сейчас послушайте, ты искал в этом мире любви, но любовью лишь Бог я мылся. Ты в себя поскорей загляни, в твоем сердце Иисус родился. Давайте вместе с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. Поздравь его лично еще раз, с днем рождения. Больше радости, друзья, с днем рождения. С днем рождения, Иисус, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Иисус, с днем рождения. Аллилуйя! С днем рождения тебя, Иисус Христос, и слава нашему Господу!